В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Депутат Государственной Думы Денис Москвин проверил, как в Сарове реализуется программа формирования комфортной городской среды. О ремонте балконов в многоквартирных домах очередное обращение в городской дозор. Обмен опытом специалисты Комитета спорта и молодежной политики Арзамаса посетили наш город. Далее расскажем обо всем подробно. Депутат Государственной Думы Денис Москвин принял участие в расширенном заседании фракции партии «Единая Россия» в Гордуме Сарова. В ходе рабочего визита Денис Павлович также посетил ряд городских объектов, которые будут благоустроены в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. В частности, он побывал во дворе дома на Курчатова, 22 и в парке имени Зернова. Подробности далее. Ремонтные работы на Курчатова, 22 идут полным ходом. Здесь в рамках программы формирования комфортной городской среды будет отремонтирован дорожный проезд, а также установят лавочки и урны. Благоустройство планирует завершить к 31 августа. Часть работ мы выполняем в рамках проекта «Комфортная городская среда», а часть работ мы выполняем по программе городского хозяйства, как раз за счет депутатов. Здесь площадь ремонта – это 700 квадратных метров, и сумма составляет у нас здесь 871 тысяча рублей в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Также в рамках программы будут благоустроены дворы на Московской, 38, корпус 2, Курчатова, 25, Ленина, 25 и 27 и Силкина, 46. А в парке Зернова, благодаря средствам областного бюджета, появится новый игровой комплекс. По проекту в нем предусмотрены три зоны – с песочным покрытием и горками для малышей, с сеткой и геопластикой для детей среднего возраста и отдельная зона для тех, кто постарше. Ребят, ну что, вот вам к сентябрю такую вот красоту построят. Будете здесь играть? Да. Да? А что вам вот больше всего хочется, чтобы на такой площадке было? Какие-то там аттракционы, карусели, качели, чего? Или какие-то вещи, где побегать можно? Что больше нравится? Где побегать? Я тоже так считаю. К 10 августа по результатам уже объявленного конкурса определится подрядчик и начнутся работы по строительству детского комплекса. Завершить их планирует не позднее конца сентября. И как прогноз, успеете? Выборов нет. Выбор как раз есть. Будем стараться, но... Выборы есть, а выборы у нас нет. Но будем, да, будем стараться. Здесь надо крайне внимательно, аккуратно к этому отнестись. Вы совершенно справедливо сказали, что в марте месяце у вас, по-моему, порядка 15 тысяч жителей Сарова проголосовали за этот объект. И мы их подвести не имеем права. Да, это факт. Да, поэтому вы исходите из того, что кровь из носа, но к концу сентября вот все то, что у вас эскизно здесь нарисовано, должно в реальности находиться здесь в парке. Дату открытия площадки предварительно назначили на 28 сентября, день работников атомной энергетики и промышленности. После посещения городских объектов Денис Москвин встретился с саровскими журналистами и ответил на интересующие их вопросы. Подробнее об этой встрече мы расскажем в наших ближайших выпусках. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». В городской дозор обратились жители дома номер 32 по улице Шевченко. Собственников одной из квартир уже не первый год волнует состояние их балкона. Сегодня на него уже стало опасно выходить. Обращение в соответствующие инстанции результата не дали. Когда жильцам дома отремонтируют аварийные балконы, выясняла наша съемочная группа. Этой проблемой жители дома 32 по улице Шевченко озадачены уже не первый год. Фасад здания рушится практически на глазах. И каждый раз, выходя из дома, Наталья Таранова старается проложить свой маршрут так, чтобы не проходить под балконами. Балконные плиты нашего дома находятся в очень плачевном состоянии. Они разрушаются и осыпаются вниз. Значит, проходя, прогуливаясь с собакой под нашими балконами, на меня сверху упал большой кусок, который рассыпался потом на множество маленьких, и, в общем-то, хорошо, что он упал не мне на голову. Жительница писала письма в центр ЖКХ с просьбой о том, чтобы в ее доме провели капитальный ремонт фасада здания. По словам Натальи, специалисты так и не пришли, чтобы осмотреть аварийные балконы, но ответ на ее просьбу дали. Мне по почте пришел ответ, что в план на плановый ремонт 2018 года наш дом не внесен. И, может быть, его внесут в план на 2019 год. По словам специалистов центра ЖКХ, в доме 32 по улице Шевченко в ближайшее время уже запланирован ремонт кровли. Также будут отштукатурены кирпичные вентиляционные шахты и фасад здания. Отремонтируют слуховые окна. Что касается балконов, в этом году восстановят лишь один, который находится в аварийном состоянии. Ремонт остальных запланирован на следующий год.
В Нижегородской области появится программа защиты прав потребителей. Среди основных ее пунктов – создание бесплатных юридических консультаций для жителей региона, проведение тематических горячих линий, обучающих семинаров в школах, а также разработка методических рекомендаций по самым распространенным вопросам защиты прав потребителей. Планируется, что работа новой программы поможет повысить уровень правовой и финансовой грамотности населения региона. Утвердить программу планируется в ближайший месяц. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Почти 40% бензина, который продают на территории Нижегородской области, не соответствует требованиям качества. По словам чиновников, за прошедшее полугодие контрольные органы 13 раз проверяли заправочные станции, нефтебазы и заводопроизводители автомобильного топлива. Одна из этих проверок была плановой и не выявила никаких нарушений. Остальные 12 проводились по жалобам и запросам от граждан и предпринимателей. Именно в ходе этих визитов и были выявлены многочисленные несоответствия. В Нижегородской области предложили привлекать к работе различные общественные организации, которые будут делать контрольные закупки и своевременно сообщать о выявлении нарушениях, инициируя проверки. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий посетил Саровскую пустынь, где продолжается возведение Успенского собора. Как сообщает сайт «Православный Саров», архиерей возглавил совещание, на котором подвели промежуточные итоги строительства. Сейчас внутри храма завершаются штукатурные и шпатлевочные работы. Монтаж полов, отделка западного входа. Нижегородские иконописцы расписывают в классическом стиле алтарную часть. Храм активно готовит к первому богослужению. Если строители успеют уложиться в срок, оно пройдет уже 28 августа в престольный праздник Саровской обители, день Успения Пресвятой Богородицы. Саровчане стали чаще жаловаться на появление тараканов в своих квартирах. Об этом сообщили в межрегиональном управлении номер 50 ФМБ России. Медики напоминают, что согласно жилищному кодексу, проведение необходимых мероприятий по уничтожению тараканов является прямой обязанностью управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В 2009 году в нашем регионе появилось некоммерческое агентство по развитию системы гарантий. Его учредителем стало правительство Нижегородской области, а в частности Министерство промышленности и торговли. Главная цель организации – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления микрозаймов. О том, какими госпрограммами могут воспользоваться бизнесмены – наш следующий репортаж. В условиях экономической нестабильности малый бизнес особенно нуждается в помощи со стороны государства, чтобы продолжать устойчиво работать на рынке. Для предпринимателей разрабатывают специальные программы, многие из которых касаются льготного кредитования и микрозаймов. Одной из таких теперь могут воспользоваться и представители саровского бизнес-сообщества и получить кредит до 3 миллионов рублей на 3 года со ставкой 10% годовых. До 500 тысяч возможно получить кредит без залога. От 500 тысяч до 2 миллионов рублей необходим поручитель и залог. Залогом может выступать оборудование, транспортные средства, недвижимость коммерческая, главное, не личная. Потратить средства можно на любые нужды. Рефинансировать кредиты в других банках, приобрести необходимое оборудование или выставочные образцы, отремонтировать здания и многое другое. Очень популярный продукт на пополнение оборотных средств. Когда под какие-то праздники предприниматели приобретают товар, им срочно нужны большие суммы денег. Эти деньги можно получить как раз по этой программе, вложить. Этот товар под праздник реализуется, и можно быстренько в течение 2 месяцев погасить этот кредит, не переплатив проценты практически. Главное условие для начинающих предпринимателей – обязательное предоставление бизнес-плана. Чтобы получить кредит, ехать в другой город не надо. Достаточно отнести стандартный набор документов, выписки с расчетных счетов, бухотчетность, учредительный документ организации – в Центр поддержки предпринимательства. В этом году отмечается столетний юбилей создания Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Школу комсомола прошли свыше 200 миллионов юношей и девушек, многие из которых стали государственными и общественными деятелями, учеными и специалистами в сферах искусства и спорта. В честь юбилея комсомола молодежный центр запустил городской интернет-конкурс, на который принимаются фотографии саровчан, запечатленных в деятельности комсомольских организаций прошлых лет. Нина Ивановна Аношина бережно хранит свой архив фотографий. Газетных статей и грамот. С черно-белых снимков смотрят пионеры и комсомольцы. После окончания школы Нина Ивановна несколько лет работала пионервожатой и, вспоминая свои первые шаги в профессии, благодарна за помощь своим наставникам. Мне очень повезло, потому что моими наставниками были удивительные люди с комсомольской судьбой. Это Галина Владимировна Капустенко, которая до этого работала завшкольным отделом городского комитета комсомола. И вот она-то взяла надо мной шефство и учила меня
как работать с пионерами. Интересные дела активистов молодежной организации Советского Союза предлагаю вспомнить саровчанам и поделиться этой информацией с жителями города. Фотоконкурс проводится по 5 номинациям, которые охватывают все сферы жизни и все направления комсомольской организации. Это своего рода исследовательская деятельность. Это не просто изучение истории страны, хотя каждый уважающий себя человек обязан знать историю страны, а здесь еще изучение истории своей семьи, именно по архивам, то есть по тем событиям, которые происходили в семье. Работу на интернет-конкурс «Комсомол в жизни моей семьи» можно будет прислать до 20 сентября в группу молодежного центра в социальной сети ВКонтакте с обязательным указанием номинации и названием работы. Все вопросы, связанные с конкурсом, можно задать по телефону 9-9108. Развитие спортивной инфраструктуры и переход на предпрофессиональную подготовку будущих чемпионов. Эти и другие вопросы обсудили на рабочей встрече специалисты Департамента по делам молодежи и спорта с коллегами из Арзамаса. В ходе круглого стола также были намечены пути дальнейшего взаимодействия. У специалистов Департамента по делам молодежи и спорта Сарова стало доброй традицией хотя бы раз в год встречаться с коллегами из Арзамаса и в формате круглого стола обсуждать самые острые вопросы в сфере молодежной политики и спорта, а также искать пути решения накопившихся проблем. Сейчас все в регионе переходят на программы спортивной подготовки. И как идет этот переход, каким образом эти программы сейчас внедряются, какие трудности в связи с этим возникают. Разговор об этом переходе стал ключевым во время встречи. Камень преткновения для реализации этой подпрограммы – финансирование сборов и выездов на соревнования высокого уровня для спортсменов. Мы посчитали, переход на спортивную подготовку в одной школе влечет у нас чуть ли не двукратное увеличение бюджета практически. За счет чего? За счет выполнения стандартов, да, то есть там сборы, экипировка и так далее. Сейчас у них это все не обязательно, а это будет обязательно. Специалисты сферы спорта и молодежной политики Арзамаса и Сарова обсудили работу и с некоммерческими спортивными организациями, готовыми выполнять муниципальные задания и развивать любовь к спорту. По их словам, такое взаимодействие обязательно даст свои положительные результаты. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. Одни называют это спортом, другие – целой наукой. Клетчатое поле, черные и белые фигуры, ходы и комбинации. 20 июля отмечается Международный день шахмат. Эта увлекательная игра требует внимания, четкого логического мышления и умения предугадать тактику соперника. Сегодня, несмотря на распространение различных компьютерных игр, шахматы остаются востребованными в обществе. Повсеместно проводятся спортивные состязания среди профессионалов и шахматистов-любителей. О том, что такое шахматы и как в них играть, Анатолий Лопатин узнал еще в детстве. Наблюдая за тем, как его отец грамотно переставляет фигуры на доске, мальчик понял, что хочет стать шахматистом. Анатолий признается, что шахматы играют в его жизни огромную роль. Помогает быстро принимать ответственные решения. Очень полезно в работе. Сначала было в школе полезно, то есть математика давалась очень легко. Потом в институте за кафедру играл. Очень помогает. Анатолий неоднократно становился чемпионом городских и областных турниров по шахматам. В этом ему помогает не только целеустремленность, но и воля к победе. Все ходы молодой человек старается просчитывать заранее. Противостояние черных и белых. Люди соревнуются, как и в любом виде спорта, поэтому, наверное, это ближе к спорту относится. Да и, как сейчас показывает практика международная, это состязание вот этими глобальными. Турниры такие проходят, чемпионаты мира, поэтому это наверняка спорт и даже высокооплачиваемый спорт. Всего за год Анатолий проводит в Сарове более 15 турниров по шахматам, где принимают участие как опытные игроки, так и любители. Совсем скоро Анатолий Лопатин представит наш город на областных соревнованиях в ИКСе. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.